В Оренбургской области состоялся 15-й Приволжский окружной этап всероссийского конкурса «Студенческий лидер». Среди 12 участников показал лучший результат и одержал победу студент юридического факультета Казанского федерального университета Булат Насыйбуллин. Об участии в конкурсе Булат рассказал в интервью нашему телеканалу. Конкурс «Студенческий лидер» всегда является особенным для профсоюзной организации, говорит Булат. Вначале прошел этап на уровне университета, далее на республиканском. Здесь Булат Насыйбуллин стал лауреатом конкурса «Студенческий лидер Республики Татарстан-2021». У нас было несколько таких конкурсных испытаний серьезных. Самый первый – это визитка, где мы представляем себя, рассказываем в красивой творческой манере, что мы смогли сделать в нашей профсоюзной организации, наш опыт, достижения. И самое главное, конечно, это профтест и профориентирование, где проверяется знание на правовую грамотность. Конечно, это один из самых таких важнейших конкурсных этапов управленческих поединок, где мы с конкурсантами спорим друг с другом и доказываем ту или иную позицию. Один из этапов конкурса «Блиц», в котором задаются 20 вопросов, и участник в такой стрессовой ситуации должен дать наибольшее количество правильных ответов. Напомним, что представители Казанского университета уже на протяжении 5 лет становятся победителями конкурса «Студенческий лидер». На самом деле всегда можно как-то сделать лучше. У меня есть большой опыт моих предшественников, наставников, которые меня обучали и готовили меня к этому конкурсу, поэтому я смог действительно доказать наше первенство, достойно выступить, однако понимаю, что всегда можно стремиться к чему-то большему. Я уверен, что на всероссийском этапе конкурса мы уже с большей уверенностью сможем представить нашу республику и Приволжский федеральный округ. Всероссийский этап конкурса пройдет в конце сентября. Здесь примут участие представители 8 сильнейших федеральных округов. Энджи Минибаева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.